Вот. Перемотанный трансформатор на холостом ходу, у него напряжение 47 вольт. Потребляет на холостом ходу он 6 ватт, и 10% у него активная мощность, то есть 6 ватт активная мощность, и 90% реактивная мощность. То есть это 60 ватт, кажется. Это где-то 55 ватт реактивная мощность. Снабер я тут поставил, этот, который был тогда убранный, потому что, может, поэтому и сгорело. И сгорел трансформатор. Тут есть снабер, тут есть снабер. Это резистор и конденсатор. Идиот, параллельный резистор. Потом от трансформатора идет на диодный мост. От плюса идет тут вот на среднюю точку. И от средней точки идет конденсатор на два конденсатора по 100 нанофарад в параллель. На обмотку, которая под низом, там где-то 26-28 витков, кажется, 2,5 миллиметра квадратных намотаны, сперма 26 витков намотаны одним слоем вот так, потом поверх по 12 где-то, или где-то по 12, кажется, или может по 13 намотана пушпульная обмотка поверх. На горшке никакого зазора нет. Все моталось виток витку, и 26 витков обмотка, и пушпульная обмотка. Вот один на конденсатор, потом вот тут 26 витков, один конец. Он идет на конденсатор и идет на минус. Второй конец 26 витковой обмотки идет на минус диодного моста. Ну и тут плечевой обмотки идет на сток один и на сток другое плечо. Теперь скважинность 17%. Может, не 17, я немножко поднял. Нагрузка тут или 55, или 60 ватт. Потребляет 49 ватт и 72 ватта power factor, то есть где-то 30 ватт идет обратно в сеть. То есть не 30% обратно в сеть. Вот на лампе такая есть целограмма. Если скрутить тут.
51 ватт потребляет. Поднимаю скважинность. Частота где-то 23 килогерца, 24 может. Вот уже 75 ватт потребляет. Power factor уже 86%. Ну вот, лампа горит не на весь накал. Вот такая стеллограмма.